Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 февраля. Вот опять у нас набралось очень много вопросов за 2 дня. Я сейчас постараюсь ответить на некоторые, ну сколько смогу опять по мере и возможности, чтобы они хотя бы у нас не скапливались. Потому что я сегодня выложила 3 новых видеоролика и уже по новым, по этим видео вопросы еще старые. Вот начну, как всегда, с самых свежих, которые только что вот 10 минут назад пришли, и буду назад уходить. Вот Елена Лотыш пишет, томатам, да, не надо много внимания, а вот петуния требует побольше внимания, ей то сухо, то тепло, особенно когда они совсем крохи. Полностью согласна с вами, петунию вырастить намного сложнее, они же очень крошечные, и пикировать труднее, и вообще все труднее. Томаты, я считаю, вообще самые простейшие у нас. Елена Батрова спрашивает, многие рекомендуют наоборот, поливать междурядье, а не под корешок, во избежание черной ножки. Или это не важно, главное, чтобы грунт не был полностью влажным. Знаете, Лен, скорее всего, да, это не очень важно, но я почему поливаю именно вот под корешок? Потому что у меня большое расстояние между рядками, по 5 сантиметров. И я боюсь, что если я буду поливать междурядье, то у меня вот эти маленькие сеянцы, у них же еще корневая система не очень развита, они так и останутся в сухом грунте. Но я не боюсь черные ножки, когда я поливаю под корешок, потому что я поливаю бледно-розовым раствором марганцовки, и я думаю, не, как я уже говорила, она как дезинфектор. Но главное, что понятие поливать под корешок, это и значит, в основном, что не на листья, не поверху полив, не поверху, а именно туда, по грунту, под корень. Вот это имеется в виду. Тут не столь важно, сколько вот именно под корень или в междуряде. Главное, что они не нужно пока в раннем возрасте, чтобы вода оставалась у них на листиках. Елена Дегтярева пишет вот про главные правила получения здоровой рассады. Про батарею это точно. В 2 комнатах вообще их отключаю. В спальне одеялами завешивают, топят как на убой. Ну, тут пишет, везет вам, что кто-то, наверное, замерзает. Но опять вопрос, как купить у вас семена. По семенам я здесь время не теряю, не отвечаю. Пишите или в Одноклассники, или на почту, тем более сезон уже кончается. Сейчас, если я даже приму у вас заказ, ну, там уже не все семена в наличии. Это надо лично разговаривать. Очень это... Здесь долго, не буду время терять. Вот Ирина Симутина пишет, Ольга, у меня вопрос, пробовали ли вы сажать рассаду в улитке, если да, поделитесь своим опытом. Я вообще хотела снять отдельное видео, может быть, даже я сниму, но сразу скажу, что однажды у меня такой опыт был, и я бы не сказала, что он совсем отрицательный. Вот когда-то лет 5 или 6 назад вот началось это поветрие, все улитки, улитки, шла такая тоже массированная реклама, куда не откроешь, везде выскакивают вот это в видеоролике, что супер способ выращивания рассады. Я попробовала. Я бы не сказала, что они плохо, не могу сказать, что там плохо они растут или что. Просто мне это не понравилось, я к этому не привыкла. И мне почему-то показалось, вот как я посеяла, я же сею всегда в грунте, грунт делаю плодородным, и такие толстые получаются томаты, они растут свободно. А там вроде как мне показалось, что им мало грунта, им недостаточно питания. Ну, ничего не могу сказать плохого, но я от этого метода отказалась, потому что все-таки традиционное выращивание в земле мне кажется более естественным, и мне больше так нравится. Но кто-то вот начал выращивать в улитках, выращивают и до сих пор, и все хвалят, вот кто выращивает, им нравится. А мне больше нравится вот в лотках, из лотков в стаканчики. Так, ну тут про главные правила получения здоровой рассады. Здорово объяснили, для меня познавательно. Вот пишет Маргарита Григорьевна, спасибо за урок, а если посадить в отдельный стаканчик? Я не поняла, я вот прочитала вопрос, я не поняла. Или сразу посадить семечко в отдельный стаканчик, или вот к какому именно, к какому моменту из этого видеоролика вы вот отнесли вот это, если сразу посадить в отдельный стаканчик, о чем? Нужно конкретнее, я, извините, не поняла, не могу ничего сказать. Вот Валентина Зенина пишет. Куда в такую рань сеять? Тем более у вас холоднее, чем у нас в Подмосковье. Ну, я даже улыбнулась, когда прочитала. Но это то же самое, что спросить у человека.
Ну и что вы так рано встаете? Зачем вы в такую рань встаете? Ну каждый ведь делает так, как он хочет. Если у меня есть куда высаживать, если у меня есть где доращивать рассаду, вот я и высаживаю рано. Я не всегда так делала. Когда я была занята на работе, сильно много времени уделяла работе основной, я, конечно, этим не занималась. Зачем это лишние хлопоты? Но сейчас это мое хобби переросло и в такой в небольшой бизнес, и я высеваю и рано, и средние сроки, и поздние сроки. А потом буду сеять поздно, будете спрашивать, зачем вы сеете так поздно. Ну, это как кто когда хочет, тот так и сеет. Так. Все верно, повторение мать учения. Глазам не верю. Это когда 500 суток на... Ой, 500 томатов на одной сутки, да? Они вмещаются, еще хорошо себя ведут. Пишет Татьяна Киселева. Ольга, подскажите, у меня томаты чувствуют себя лучше не в теплице. Там слишком жарко. Хочу все высаживать на грядке, но поставлю высокие дуги и сверху пленка натянуть от дождя. Все будет расти. А высокие инденты примерно на уровне 1,30 м. Я их наклоню, пущу в горизонтальном положении. Что вы посоветуете? Ну, я, знаете, Таня, я тут тоже не поняла. Если вы укроете пленкой, вы имеете в виду, что вы будете весь сезон ее держать? Потому что вот у нас даже если мы весной под пленку высаживаем, мы летом ее все равно убираем, потому что летом стоит такая жарища, под пленкой там тоже жарко. И пустить в горизонтальном положении, вы куда шпалеры будете натягивать или что? Если честно, я не поняла, я вот про это, я поняла, что вы дуги поставите, пленки, но это временное будет укрытие или это все-таки на все лето? И... По каким конструкциям вы будете пускать в горизонтальном положении? По шпалерам или... Если честно, мы в горизонтальном положении не выращиваем никогда томаты. Они у нас вот как на колышке привязаны вверх. Все. Этот вопрос я тоже не совсем поняла, даже не знаю, что сказать. Вот про банановые ноги еще отголоски от того видео идут. Пишут на сайте в магазине, стоят 100 рублей. Ну, они везде примерно 100 рублей стоят. Пишет Елена, люди смешные и про Привикур, готовы в рекламе всех обвинять, не понимая, что информацию мы ищем, всегда благодарны людям, уже испытавшим препарат. А насчет срока ожидания нужно полистать комментарии более ранние. Ну вот, да, про эту рекламу не обязательно, если показываешь какой-то препарат, то это реклама препарата. Я показывала Эпин, Экопин, Фитоспорин, Привикур. Это что значит? У меня, наверное, договоры со всеми компаниями мира. Я рекламирую все-все-все, что мне попадется в руку. Так пишет Ольга. Вас хвалит блогер Иван Русских за информацию про Привикур. Ну, к сожалению, я вот сижу здесь как в бункере. Я не видела, мне сегодня многие уже пишут, что Иван Русских вас похвалил, потом, что Меняева там вас упомянула. А у меня же нет времени смотреть... видео других блогеров. Я, если честно, вообще никогда не смотрю, потому что сейчас я с заказами, потом начнутся у меня посевы. Но мне вот сказали эту информацию, я уже слышу от многих. Интересно, конечно, было бы послушать. Надеюсь, они меня там хотя бы не ругают. И то хорошо, ладно. А то он обычно всех же наших блогеров критикует. Так, Юлия Валеева пишет. Я в этом году не выращивала банановые ноги, но пробовала. Очень понравился, сладкий, таял во рту. Это точно мясистый, вкусный. Это вот как раз о том, что сколько людей, столько мнений, потому что обычно все говорят, что он пустой, нехороший. Но вы видите, что все-таки изредка попадаются совсем противоположные комментарии и пишут, что он и вкусный, и мясистый, и тает во рту. Татьяна Щелкина пишет, Оля, здравствуйте, прочитала в комментариях разрезать рассаду или куст помидор пополам. Это как и зачем? У меня есть весеннее видео, по-моему, называется «Всю переросшую рассаду пускаю под нож». Режут очень часто, причин много, бывает мало рассады, режут пополам, увеличивается в два раза. Бывает переросла рассада, для того, чтобы с метровыми вот этими такими растениями, лианами не мучатся, обрезают, укореняют только верхушку. Посмотрите, если вы ни разу не делали, вам будет интересно. Оля, вы, наверное, будете досвечивать посаженную рассаду 7 февраля или нет? Юль, обязательно. Рассаду, посеянную в феврале у нас в сибирском регионе, я обязательно досвечиваю, иначе томаты вытягиваются. Пишет Валентина Васильевна, очень изумительный сорт томатов Краснобай, крупные, вкусные. Вот это нам для информации, если я увижу, тоже куплю. Вот это, наматывайте на ус, какие крупные и вкусные. Пишет Ирина Полищук, скажи, будь ласка, яка глубина ящика без пикировки перцев? Ну, у меня 10-сантиметровые вот эти лоточки, а вообще без пикировки некоторые высаживают сразу в стаканы 12-13 сантиметров, чтобы глубина была. И, ну, я редко без пикировки высаживаю, я обычно всегда пикирую.
Пишет Светлана: «Ой, мой любимый клубничный десерт. Вот я сегодня про него говорила и показывала его, что сажаю третий год уже из своих семян. Очень вкусный, ароматный, с кислинкой, сладкий, классика помидорного вкуса. А еще у него листва немного необычная, тонкая, удлиненная, изящная. На лепестки плодоножки очень длинные, необычные. Я его узнаю из многих пометок. Я вот, к сожалению, еще ни разу не выращивала. В этом году буду выращивать и расскажу вам». Ну, вот эти, читая вот эти хвалебные такие комментарии на этот счет, я думаю, что это очень хороший сорт. Так, Надя Дудкина: «Скажите, пожалуйста, нигде не могу найти, понравилось ли вам садить в 5-литровые бутыли в грунт. Видео такое было, но оно было, по-моему, не специальное, вскользь. Мне садить понравилось, именно вот в этих, на этих томатах я получила первый урожай, который садила в 5-литровые бутыли. Но мне, знаете, что не понравилось? Они, во-первых, там корни все-таки как немножко были угнетены, их надо было все-таки мне не пожалеть, разрезать и снять вот эту упаковку, как вот эту оболочку, и тогда они бы вообще разрослись. Они были самые ранние, самые сильные, самые здоровые. Но вот женщина сказала, что они делают дырочки еще вот по бокам, чтобы корни выползали наружу. Все-таки немного я упустила это, надо было или разрезать, убрать, или дырок насверлить. В этом году, конечно, буду снова так делать, и в 5-литровые бутыли посажу, и еще просто сделаю такие полиэтиленовые большие пакеты, чтобы потом раз пакет сорвал и посадил. Очень удобный способ именно для раннего урожая. Все буду показывать. Ой, Татьяна Иванова опять пишет: «И лишь бы не по-русски. Назовите просто мясистые сорта. По сути, это одно и то же, коротко и ясно. А то тумана напустят, и ничего нового-то нет». Вот сегодня Татьяна Иванова, я читаю ее уже не первая, там еще дальше уже люди ей высказали замечание, что если вам не нравится автор, зачем вы заходите, зачем вы все это. Ну вот после последнего комментария, когда к последнему она написала: «Ну это просто понос словесный, тут даже и говорить нечего», я вообще ее удалила. Ну сколько можно за один день, она столько гадости написала, ей уже все делают замечания: «Не нравится, уйдите молча». Нет, она смотрит все равно каждое видео, и каждое видео комментирует в негативном ключе. Короче, Татьяны Ивановой среди нас больше нет, все. Светлана Панина пишет: «Только 2 дня, как вас нашла, где была раньше, столько информации, но очень жалко, не успела заказать семена». Ну вот я вам уже написала, напишите мне на почту. Опять пишут: «Почему так рано? Высаживать когда? В начале мая? В прошлом году я высадила в апреле». Возможно, я уверена, что нынче, может быть, тоже так получится в апреле высадить. Если я не высажу в апреле, я буду их доращивать в преддомовой теплице, все будет прекрасно, просто высажу в более взрослом состоянии. Так, а где вы живете? Алтайский край, город Бийск. Добрый день, хочу поблагодарить за поучительные ролики. Я сажала по вашей схеме 2 в 1 лунку, результат восхитительный, спасибо большое. Вот многим понравился метод по 2 в 1 лунку. Ну, есть, конечно, и такие, которые говорят, что зачем мучить растения, не делайте так, она так высаживает, потому что ей все продать надо побольше. Это неправда, я высаживала так, когда я не продавала ничего, ни побольше, ни поменьше. И вот закончу, наверное, на видео про розовый мед, потому что времени уже много. Мастер Руки написал: «Ольга, скажите, пожалуйста, по сорту розовый мед. На пачке Сибирского сада указан, что он детерминант. А я вот сомневаюсь, у вас вроде он высокий был на видео. Как вы считаете?» Вот смотрите, он все-таки детерминантный. Но не все детерминантные сорта, они низкорослые. Он вырос в теплице, вот с меня ростом, 1,50 м, 1,60 м. Но детерминантность заключается в том, что он сам вершкуется. Он дальше уже не полезет. Он не упрется в потолок теплицы, он не будет там поджариваться, как индетерминантные. Он вот вырос до такого размера, сколько вот он смог, 1,5 м, 1,60 м. Все, он ограничил свой рост, и этим они отличаются. А эти дальше полезли, полезли, полезли вверх, и начинает заваливаться, это неудобно. А вот розовый мед, мне понравилось, как он в теплице себя вел. Он был высокий, но в меру, никаких проблем он мне не создал. И еще Наталья Петренко спросила: «Какой ваш самый любимый сорт?» Я ей ответила: «Любимый сорт у меня каждый год разный. 2 года назад мне очень нравился Космонавт Волков. Мне казался он таким каким-то необычным. Потом у меня появился любимый праздник, томат «Любимый праздник». Понравился он. Вот в позапрошлом году был самый такой. В том году я открыла для себя томаты «Биколор». Это медовый салют и «Загадка природы». «Загадка природы» я ела, не могла оторваться. Вот он сладкий, тает во рту. Он, во-первых, красивый. Вот эта смесь розового с желтым.
Он и эстетически красивый, и вкусный на вид, и урожайный. Вот в том году у меня был, ну, прошлым летом лидер был «Загадка природы». Но новые сорта пробуем, вот сейчас очень хвалят клубничный десерт. Возможно, на будущий год «Загадку природы» вытеснит какой-нибудь другой фаворит. Будет, например, клубничный десерт или клубничное дерево. Прогресс ведь не стоит на месте, все двигается вперед, сортов все больше и больше. И каждый год у нас новый сорт, лично у меня любимый. Потому что я очень много высаживаю новых сортов, экспериментирую. До свидания. Желаю вам тоже узнать за свою жизнь как можно больше различных сортов, попробовать разные вкусы, и сладкие, и с кислинкой, и не очень сладкие, и вообще, может быть, даже совсем не сладкие и невкусные. Но любой опыт, даже отрицательный, это наш опыт. Вот из таких как раз экспериментов, с опытов складывается вся эта наша огородная жизнь. До свидания, с вами была Ольга Чернова.